Здарова, товарищи! Начинается сезон пресичек или сезон грибов. Сегодня мы что-то придумаем на эту тему. Ставим в теплую воду, пусть они немножко промоются. Возьмем сковородку, добавим немножко масла. Грибочки с луком, это невозможно, да не будет вкусно. Значит, порежем мелкий лук. Я думаю, что этого достаточно. Сейчас мы сделали лук, отправим сковородку на плиту. И пока наш лук жарится, сейчас вытащим фарш из холодильника, пусть немножко нагреется, потом его обжарим с луком. Сейчас мы наши грибочки отливаем воду, которой они промывались. Все это ставим на доску. Сейчас нам надо наши грибочки порезать мелко. Немножко сделайте так ножом. Там у нас вода закипела. Значит, возьмем наши ракушки и ставим в горячую воду. Возьмем наш фарш, отправим к луку. Все это посолим и все обжарим. Минута где-то примерно 10-15. Чтобы нам наши ракушки не сдохли, процедим это все. Через холодную воду прохладаем. Сейчас мы наши ракушки ставим в сторону. Затем возьмем доску. И потихоньку грибочки добавим вместе с фаршем. Все это смешаем. Всегда бросьте немного масла, чтобы вам не клеились ракушки. Сейчас мы тут почистим пару зубчик чеснока. Ставим это так сюда. Потом возьмем сыра. Вырубим сыру эту корочку, чтобы нам это не мешало. Сейчас мы тут потертим сюда на мелкой терке. Возьмем и наш фарш. По-хорошему его надо прохладать. Можно это все досолить. Сыр уберем сюда на одну половинку. Затем добавим чуть фарша. Сейчас эту нашу часть сыра положим сюда. Хотим да смешаем мясо, чтобы масса становилась клейкой. Если у вас есть желание, вы можете добавить все какие паприки, трав, специи, все, чего вам нравится. Все это хорошо зафаршируем. Затем сыр добавьте сверху, чтобы он потом оттаял. Добавим оставшийся фарш. Опять сыр сверху. Зальем мы то с немного сливок. Добавим сюда зубчики чеснока. Сейчас ставим все это в духовку на примерно 10 минут на 220-30 градусов, чтобы сливки немножко закипели, освежили наши ракушки и чтобы се сделала корочка сыра. Уже прекрасно пахнет, уже сыр расплавится, то, что надо. Так, сейчас возьмем одну тарелку. Можно потихоньку вытаскивать. Сейчас накрутим перчик. Время не тирайте, по выходным на дачу, в лес грибы собирайте. Сезон начался, с вами были Ракушки, Гриби, ТВ Джем, Серж, спасибо, чао.